Так, телепузики, сейчас я завтрак себе готовлю. Позавтракаем вместе, и я пойду послындую в город. Погода хорошая, лето, все уже наконец-то. Но ветерок, но ничего. Пойду в платье, себя покажу, посплетничаю там, что новости расскажут. У городе, у центре. Сейчас покажу. Погода, гляньте, это за окном мои цветочки, мои муси-пуси. Вот. Ветер, конечно, но ветер не холодный. Моя тюль, девки, как я люблю эту тюль, полюбила. Вообще, это как раньше у родителей было, у бабушек. Ой, вообще. И шторы. Так, здесь что я? Колбасу, вот, салат сделала с вонючим маслом. И там этот, как его, чеснока нет у меня. Масло, сыр, соль моя любимая. Воду. Ну что, я ничего не буду убираться, стирки нету, я повесила. Вот, все выветривается, трусы мои, к счастью, к деньгам. Все у меня, пускай все выветрится, я окна открываю. Два окна у меня открыты, пускай. Ну, это все у меня к ремонту. Никита там инструменты свои оставил, чтобы не носить. Надо поближе, пускай все выветривается. Вот этот такой, как у Никиты, надо купить ящик мне. 300 рублей он стоит, сказал. Ага, хер достанешь. Вот этот, там все инструменты. Ну, это я сама купила. Это спасибо, конечно, моим донатерам. Это на потолок. У меня чистенько все. Как моя бабушка, Царство Небесное, говорила, и моя тетка с Полотнянова. Оля, пускай будет бедненько, но чистенько. Ну, это начнем здесь наклеим, уголок он сделает. Вот. Все нормально. Это мне подписчики купили. Ну, мои донатеры, спасибо, мои зайки, мои. Вот мои донатеры. Что? Пускай косметически, зато чистенько. Я на старость лет поживу. Мне это надолго, на всю жизнь. Правда, ребят? Вот. Все поменяется постепенно. И гардероб, и диван. Вот это, там еще лежит мой этот, как его, вот этот. Это мне сказал Никита, туда давай прибьем. Я говорю, давай, я не сдаю, он все знает. А во вторник придет Ростелеком. Ростелеком придет, во вторник приедет и мне поменяет. Это что это такое? Гигабайт постоянно у них отключают и только за гигабайт. А я за эту же сумму у меня будет ихнее вот это вот. Это я продам кому-нибудь, или, может, разыграю, и это разыграю от Ольги Валерьевны. И это, они, Ростелеком, за эту же сумму еще 200 каналов будет у меня. Никита сказал, здесь все мне сделать, тютёль. Какой мальчик хороший, девки. Молодец его отец, такой молодой, он все знает. Вот, рамку поменяла, видите, это от подграничников. Пограничников сейчас в конце мая будет праздник. Я их поздравлю. Это пограничники, вот они меня облагодарили. Надо еще пацанам собирать. Вот я, ребят, два яйца буду варить. Вот они. О, вот эти два яйца. И все там, я больше не хочу. Ой, сейчас надо вытереть. Воду посолила и кофе сделаю. Все нормально, полы вот попылесосила. Вчера все у меня, это Николай Сергеевич 41 на Новый год подарил. Все у меня нормально, чисто и подтерто. Но это все для ремонта осталось. Прямо это, потолок, все наклею. И здесь он мне тоже, у меня вон сколько остались эти плитки, у матери моей еще упаковка 10 штук. Здесь он сказал мне все, уголок мой сделает.
все уголок сделает. И сказал мне, вот я удлинитель сюда делаю и нагревается. Это Ванька мне с ТикТока на 55 лет. Лёсик знает, Ванька с Москвы подарил на 55 лет вот это вот. Привез, машину пригнал, а сам не, его не было. А вот он сказал мне, вот так отрежет, что-то подсоединит и вот так провод проведет. Не знаю, куда, сюда или туда. Вот. Сказал, как у всех в общаге сделает. Как у Ирины Александровны, как у них. От розетки, что ли. А то я, видите, она будет у меня. А я говорю, а если свет, воду? Ничего, ну он у всех же есть. А я вот это подключаю, нагреется пока. Он сказал, там постоянно вода и будет остывает и нагреваться будет, не переживай. Это мое. Это мое. Вот. И здесь тоже мое. Вот это подписчики, это мне купили, как его, донатеры мне, мои сладкие. Я очень благодарна. И это он сказал мне, дрын-дрын-дрын сделает. Это я все сама, ребят. Ну что, ребят, ну что теперь? У меня все чистенько, вы видите. Я все протираю. Я живу одна. Это подарки. Я подарки люблю. Люблю я подарки. Вот сейчас еще пойду я. Пойду я сейчас. А, холодильник покажу. А то вы плачете. Это мне портниха Жилетова привезла. А это кто мне? А это я не помню, кто-то тоже привез. Ой, а кто это привез мне? Вот кто-то мне привез тоже. А, это подруга подарила мне. С Белоруссии. О, во память у меня. Подруга Жилетовская моя, все знают ее. Она с Беларуси, там много подарков привезла. А это Света Суханова тоже. Она там отдыхала и привезла мне. Ну что у меня? Масло. Это от Жика 41-го года. Колбаса. Еще колбаса. Капуста 41-го года. Но это вкусная домашняя. Хлеб, хлебушек, майонез, майонез. Здесь суп я доем. Три татушки рисовой. А, мне консервы пришли. Так, это Вовкина консервы. Там поела еще. Так, сухомятку ела. Ну, а что? Три это осталось. Ой, еще цыпленок, мясо у меня. Это домашнее. А, это как ее? Ну, того самого, господи. Сейчас еще консервы пойду, потом покажу, сниму. Ну, это шоколадки, хлеб с изюмом. А, пирожные сейчас вытащу. Сейчас я пирожные, картошку вытащу. Там картошка вареная. Ну, лук, морковка, помидоры, огурцы. Салат делать с вонючим маслом. Вот с этим вот осталось. Надо еще подкупить. Вкусно с вонючим. Я и это делаю с вонючим. Яйца, вот видите, какие большие мои. Ну, там кисель. Ой, надо пирожное мне. Ребят, пирожное, картошку сейчас вытащу. Ну вот, есть у Ольги Валерьевны покушать. А здесь что? Там это для супа. Это... Как это? Фарш 41-го. Пельмени московские. Вот эти я люблю. Это Ирина Александровна дала мне. Ну, у ней свой огород, она компот варит. Я еще никак. Бедра на суп. Я бедра только для супа. А здесь что у меня? А, щавель Ирина Александровна. Вот щавель я сегодня не буду, завтра. А это что? Котлета куриная. А это что? А, это с капустой. А это котлеты рыбные. Хватит мне. Суп надо мне сварить. Господи, сейчас яйца, подождите. Яйца, яйца опустить надо. Яйца. Боже упаси. Сейчас мы... Сейчас я вас переверну. Два яйца сейчас буду варить. И не надо там ерунду сочинять. Сереж, веди свой канал. Веди канал.
Я понимаю, ты там в парике говоришь этом, за мной повторяешь. Я понимаю, у тебя больше, чем у меня подписчиков, но у тебя сидят. Значит, контент поменяй. Контент поменяй. Сидишь в этом парике и про меня, про бабку старую говоришь. Ну ты что? Я сама добиваюсь. Добивайся ты донатеров. Ну что, тут сидят 6 человек, и у тебя это. Ну добивайся сам. Поменяй контент что-то там. Не знаю. Чего ты меня сидишь? А потом извинения просишь, разбань меня, Ольга Валерьевна. Зачем? Ты меня оскорбил, ты меня давно знаешь. Ты меня вчера оскорбил сильно. А я извини, я не девочка. Я бабка уже 3 раза. И потом ты говоришь, извини, Ольга Валерьевна, разбань меня везде. Нет, дорогой, надо за свои ошибки расплачиваться. Как ты сказал, что мои все донатеры — это мои любовники? Ты что, дурак, что ли? Ты прекрасно знаешь, Лёсика мы давно дружим. Он меня в беде спас. И до сих пор. И что? Валя, Лена, Люда, Санкт-Петербург. Валя — это блатая, которая из-за границы. Что, они мои любовники, что ли? Ты за языком своим следи. За языком следи и веди свои стримы нормально. Бери без денег, пока танцуй. Идиот пускай. Ага, любовники. Ты чё? Что это такое? Ты чё, Лёсикова деньги считаешь? Не надо считать чужие деньги, не надо. Добивайтесь сами. Лёсик прекрасно знает, все прекрасно. Мне неадекватный блогер помог. Добивайся все сам. Не надо людей обсирать. И ты хотел, чтобы к тебе кто-то пришел и донаты кидал, что ты на Лёсика, на всех, и говоришь, что они мои любовники. Дурак ты, блядь, взрослый мужик, и ты дурак. Анонист ты, Саный. Вот, девки, пирожные Лёха привез, жилетовские. Лёха привез. Я не стесняюсь, я, понимаешь, Серёж, ну и что ты в Москве живешь? А я тоже в Калуге жила, я просто замуж вышла, я осталась в этой деревне в Америке, и что? И что, я тоже городская, и что теперь? Надо человеком отсоваться, как говорится, будь попроще, и люди потянутся. Понятно, Серёж? Я это все уже ерунду прошла с 15-го года, с перископа. Оскорбление, сочинение. Меня весь поселок смотрит, весь Полотняно, все меня знают. Мои родственники с Полотняно, все меня знают. Товарковы все, Жилетовские все, взрослые, старше меня, все меня знают. Я уже это сочинение по русскому языку, это кому-нибудь лохушки, я уже все прошла. Все, давайте, сейчас будем жрать вместе.